3.1.2013.06.2018 обновлено 15.26.13.2018 года 40 142 415 Москва 13 июня РИА Новости. Актер и шоумен Никита Джигурда не сможет стать кандидатом в мэры Москвы, имея двойное гражданство, сообщил в среду РИА Новости член Мосгорисбиркома Дмитрий Лют. Ранее Джигурда заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы мэра Москвы, согласно пункту 3.1 статьи 4 Федерального закона о гарантиях не может, сказал Лют в ответ на вопрос, сможет ли Джигурда баллотироваться с двойным гражданством. В беседе с РИА Новости Никита Джигурда уточнил, что все формальности соблюдены и документы он уже подал. «Я гражданин России и гражданин Украины, у меня вид на жительство во Франции. Я гражданин мира», — сказал собеседник агентства. Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник, 11 июня, Мосгорисбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.